Здравствуйте, я Сергей Разводовский. Если вы смотрите сейчас это видео, это означает одно. Вы хотите улучшить свою жизнь. Вы хотите перемен, хотите улучшений, изменений, состоятельности, счастья. И хочу вам сказать, вы на правильном пути. Как и каждый из вас, я потратил много лет своей жизни на подобный вид поиска. Я создавал разные проекты. Успешные большие проекты предприятия, руководил предприятиями союзного значения, работал депутатом районного городского совета, руководил депутатскими комиссиями, создавал проекты в сфере питания, в сфере шоу-бизнеса, в сфере индустрии, связанной с обучением. И на сегодняшний день весь мой эксперимент я могу подытожить тем, что моя деловая активность, мое желание искать было связано с тем, что я пытался открыть истинный смысл своей жизни. На сегодняшний день я приобрел некое понимание, которое могу назвать частичным осознанием своей миссии. И моя миссия – это помочь каждому человеку, который нуждается в помощи, который открыт к переменам, помочь найти для себя простые базовые вещи, а точнее найти ответ на вопрос, как стать счастливым, как стать успешным, как стать свободным, как стать богатым. И очень важно, я могу помочь каждому из вас осознать, как найти личный механизм примирения с Творцом, примирения с Богом. И то, что я способен это сделать, является для меня очень важным открытием. Открытием, которое осмысливает мою жизнь, дает мне глубокое истинное понимание, мотивацию, желание действовать, желание достигать, желание помогать, желание помочь каждому, кто сейчас смотрит и слушает меня, найти эти простые решения. Счастье, успех, свобода, богатство, примирение с Богом. Большое спасибо, что вы привержены переменам, что вы привержены поиску, что вы ищете, как сделать жизнь, свою собственную жизнь, своих родных и близких лучше. И я благодарен вам за то, что вы ищете. Советую вам одно – не останавливайтесь. Давайте будем продолжать с вами общение. Я верю в то, что через наше взаимодействие, через диалог – наши жизни станут новыми, другими, обновленными, улучшенными, счастливыми, состоятельными. И я вижу вас именно такими. Большое спасибо, что вы сейчас слушаете и смотрите. Я ваш друг Сергей.